Помните, в разборе предыдущей серии я говорил, что из аниме вырезали подсчет оконом погибших шинигами в Сэрэйтэе? Ну так вот, его не вырезали, а просто перенесли в четвертую серию, попутно слив вместе с третьей страницей 495 главы. Так что можно выдохнуть, все в порядке. А с вами Стил, вы на канале Steel Editing, и здесь я рассказываю про все, что мне интересно. В этой серии, так как и в предыдущих, сцены переставлены местами в угоду большей зрелищности, ведь в эту серию также вошло 5 глав манги. Манга должна цеплять каждую главу, аниме же каждую серию. Особенно это касается концовок, так что такие перестановки неудивительны. Ну что, начнем с нашей любимой вырезни? В самом начале серии, когда 6-й офицер Каджамару противостоит Югрому Хашвальту, за его спиной не показываются рядовые Рюноски и Шина. Надеюсь, их сюжетную линию не оборвут. Разговор капитана Атарибаши с Нанана Наджакупом, да, этого Штормритера с зубами в виде шахматной доски, зовут именно так. В общем, их разговор никак не поменялся. Как, собственно, не поменялась и веселая нарезка рядовых шинигами от Эс Нотта, пока не приходит Рэнджи. Рэнджи пытается справиться со Штормритером, но просто не может пробить блуд. Приходит Бьякуя, и тут нам показывают то, что давно обещал Куба – расширенные бои. Но экранное время не резиновое, поэтому пришлось пожертвовать диалогами. Кто там просил меньше базара и больше махачей? Вас услышали. Дальше вырезано объяснение, почему Маск де Маскулин провалился под пол. В манге Бьякуя же говорит, что подточил камень Ценбанзакурой. Кстати, в аниме добавлена офигенно крутая сцена, где Бьякуя сначала отражает шипы из рейши, а потом происходит редкий для Блича тимворк. Рэнджи опутывает Нотта, а Бьякуя со всей дури вмазывает Ценбанзакурой. После чего Штормритер показывает, что его нельзя поразить даже в глаз. Именно это в дальнейшем и побуждает капитана Кучики применить Банкай. В манге же он сразу говорит, что без Банкая не победить, поэтому хоть его и могут запечатать, другого выхода нет. Также слегка расширена часть боя капитана Камамуры с лучшей девочкой Квинси Бамбриеттой Бастербейн. Кстати, можете написать в комментариях, кто, как это сейчас модно говорить, кто ваш краш. Столкновение Тошера... Для тебя, капитан Хицугая. Простите. Столкновение капитана Хицугаи против Канду также не было показано в манге. В аниме же он обеспокоен тем, что не может пробить железную руку Канду, и тоже приходит к выводу, что надо юзануть Банкай. Больше всего досталось Сойфон в бою против BG9. Она не только не смогла пробить его при помощи Судзумебачи, но и получила тентакли по щеке, после чего понтово размазала кровь по лицу. В аниме диалог о запечатывании Банкая поменялся. В манге про это объясняет Бьякуя, на что Рэнджи кричит, что знает, но предостерегает не использовать его. В аниме же наоборот, это Рэнджи считает Бьякую за идиота, говоря ему то, что он и так знает. В манге весь монолог про то, что единственный способ разобраться с запечатыванием Банкаев – это использовать их и попытаться придумать, как обойти печать, разделен на всех четверых капитанов, показывая то, что все они думают одинаково. В аниме же Бьякуя говорит один за всех. К тому же в аниме вырезана хвастливая фраза Сойфон о том, что если жахнуть Банкаем, то они могут и не успеть его запечатать, что принесет победу. Ну да, она-то умеет жахать. Также во время кражи Банкаев в манге нет этому подтверждения. В аниме же это вложили в уста лучшей девочки Квинси, которая насмехается над Камамурой. Когда же Мацумото при помощи Тентейкуры передает эту весть, Маюри бесится и кричит, что они все остолопы и не подождали, пока он завершит анализ. И тут начинаются главные проблемы. В манге, услышав эту новость, главнокомандующий Ямамото рванул на передовую. В аниме же он остался на месте. Кто читал мангу, тот помнит, куда он направился, и поэтому не совсем понятно, где произойдет тот самый бой. Схватка Киараку Сюнсуя против Роберта Аккутрона короткая, но очень сасная. Я прям кайфую. Если кто не понял, Роберт резко использовал Квинси Банку и выбил Киараку глаз выстрелом.
Да, теперь наш бабник будет играть с девушками в пирата. Еще из аниме вырезали небольшую сцену, в которой Хашвальд спрашивает Яхве о том, что делать с теми шинигами, которые не хотят сражаться. На что тот отвечает, что Хашвальд может отпустить их живыми, если пожелает. В числе этих сдавшихся были Рюноске и Шина. Не забывайте, что вы можете поддержать меня материально, подписавшись на Boosty. Или же просто приходите на стримы, где мы смотрим аниме, и в том числе Блич. Все ссылки в описании. По итогу боев Акон берет на себя ответственность и заставляет связаться с Ичига. При этом в аниме не совсем понятно, как они вышли на Урахару. В манге же целая череда страниц посвящена сначала тупникам с удостоверением, потом оказывается, что удостоверение в магазине Урахары лежит, а это значит, надо связываться со столь нелюбимым Аконом, владельцем магазинчика. Дальше диалог идет по манге, за исключением мыслей Акона о том, что Ичига каким-то чудом направился в Уэкамунда бить морды Квинси. Попутно вырезали юмористическую сценку с Пеша и Дандачаккой. Собственно, по делам, не очень-то и жалко. Из продолжения боя Ичига против Килге вырезаны мысли Килге о том, что нельзя было доводить Ичига до Банкая, ведь его не получилось медализировать. А еще его мысли о том, что из-за огромной скорости Ичига ему приходится использовать блуд-вены, а без блуд-артерии он не может нанести Ичига существенный урон. Все это было сделано, судя по всему, для более динамичного боя. Когда Ичига бежит сквозь Гарганту, в манге Акон рассказывает об ужасных потерях сообщества душ. Правда, успокаивая, что погибший лейтенант — это не Рукия и не Ренджи. В аниме же он сразу рассказывает про то, что 4 капитана потеряли Банкай, и не упоминает потери. Также в аниме обрезали расширенное объяснение про Квинси Банку, про Блуд и про то, что только Банкай Ичига пока не смогли украсть. Кстати, именно временное переключение на Блуд Артерия и позволило Урахаре пронзить Килге Оппи. Также Урахара не говорит о том, что Квинси специально заманили Ичига в Уэкамунда, чтобы в этот момент напасть на Сарейтей. Про все способности Квинси я рассказывал в отдельном видео, так что если вы не смотрели, то поглядите, будете лучше их понимать. И все же в аниме очень эпично издырявлены тела Чада и Орихиме, которые попытались прикрыть Урахару, а по этому поводу мы начинаем викторину. Сверху у вас манга. Снизу та же самая сцена из аниме. Поставьте на паузу и напишите в комментариях, кто здесь накосячил. Правильный ответ – Тайта Куба. Перепутал лево и право, когда рисовал мангу. В манге продырявлена правая рука Чада, но на ней остатки от браза Искьерда дель Дьябло, что переводится как «левая рука дьявола». В аниме же на его правой руке остатки от браза Дерча дель Гиганте, правая рука гиганта. Видимо, Куба реально запутался, какой рукой он берет ложку. Такие дела. Этой серией я доволен больше, чем остальными, но дико жду последующие. А на сегодня всем удачи и всем пока.